Так, всем привет, раз вас приветствует на игровом канале Максимка. Сегодня прохождение игры Detroit. Очередной эксклюзив от PlayStation 4. И начнем. Сейчас мы играем за андроида. Андроид. Андроид, который был присланный из Киберлайва. Его зовут Коннор. Так, сейчас мы, получается, находимся на месте преступления. Рассматриваем фотографию семьи. Мать с отцом и дочь. Фотографии будущего. Кто-то где-то ревет. А вот мать. Девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Ну, против андроида надо работать андроидом. Разыскать капитана Аля. Так. Здесь отображается задача взаимодействия. Угу. Значит, то, что отличается по цветам, туда нам надо и идти. Разыскать капитана Аллена. Так, кажется, мы нашли капитана. Поговорить. Капитан Аллен. Мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайперы бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам имя Девианта. Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. У этой машины ранее уже случались сбои? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Вероятность успеха 48%. Разобраться в происшедшем. Так, мы нашли пистолет. Так, чехол под пистолет. Так, должно быть две улики. А, вот. Это у нас патроны. Так, пока разбираемся в интерфейсе, прохожу игру первый раз, так что пока немного буду подтупливать в начале игры. Вот, разобрался. Девиант взял пистолет отца семьи. Да, отец семьи держит дома пистолет. Круто. Любое оружие всегда должно выстрелить. Сколько бы оно ни находилось в доме. Так, вероятность успеха 51%. Надо изучить улики. Осмотреть комнату заложницы. Скорее всего, вот эта комната заложница. Да, детская. С
Ребенок не слышал выстрелов. Вероятность 53%. Так, дальше. Смотреть. Имя андроида Даниэль. Нет, переговорщик пока не заходит, он изучает. Так, ищем три улики. Так, первое. Пулевое ранение, калибр 3,55. Погибший. Энтон Декат. Полицейский. Смобыли. Угу. Пороховой след. Нет, что-то я здесь не закончил. Проваливайте! Вы все! Отвалите эту брыду! Пулевое ранение, калибр 3,55. Кажется, что-то мы нашли. Девианты собирались заменить.
Полицейский выстрелил в девианта. Заложница стала свидетелем перестрелки. Так, мне кажется, я уже все изучил. Или нет? Нет. Чего вылупился? Да ничего! Семья собиралась поужинать. Свежая голубая кровь. Модель PL-600. Девиант. Какого хрена ты делаешь? Ты будешь говорить или как? Подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить! Ты в ярости, Даниэль! Но доверься мне! Позволь тебе помочь! Не надо помогать! Мне никто не поможет! Я просто хочу, чтобы это все закончилось! И я хочу, чтобы все прошло! Ты неисправен, Даниэль! У тебя произошел программный сбой! Тебя починят? И все снова будет хорошо. Вот не надо меня чинить! Я знаю, что я исправен! Просто у меня глаза открылись! И я больше никому не позволю себя унижать! Никогда! Выхода нет, Даниэль! Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать! Сейчас я тут главный! Если умру я, умрет она! Ты слышишь? Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен. А был игрушка! Которую можно выбросить, как надоест! Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем.
желание. Ты должен мне довериться. Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Вот она, вероятность 100%. Дело я не провалил. От суки. Блин, как живой, как человек. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Задание выполнено. Так, это, походу, судя по всему, магазин андроидов. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. В двух языках и диалектах. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здрасте. Вау. Нам нужно что-то для... С первого класса и до университета. Что нифига. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Так, ну а вот это почем? Это MP800. Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Прекрасно. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функций побольше. Да. Бесит этот хлыщ. Вот она. Я готов. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Да, нет слов. Просто графонистые игрушки от PlayStation, эксклюзивы. Вот что значит стараются. Самые лучшие эксклюзивы это на PlayStation 4, Xbox One, в отличие от PlayStation 4. Сосет. Одна там единственная там. Gears of War и то, кто в нее играет. Да, это Forza и все. А тут один на одном и один лучше другого.
5 ноября 1938 года. 9:38 утра. Но это, судя по всему, андроид Маркус. Желаете вернуться домой? Да. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Ну-ка, дайте я. Добраться до магазина краски Беллини. Взяла и бросила тупо банку свинства. Ну чё, андроиды же уберут. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена.